Здравствуйте, Роберт. Добрый вечер. Рада встрече с вами. Я тоже очень рад. Давно не видел вас. Да, я думаю, вам есть что рассказать о сегодняшней ситуации в стране. Поэтому, свое видение этой ситуации. Да, поэтому я думаю, что беседа у нас с вами должна получиться интересная. Ну что, вот всем понятно, что Молдова сейчас переживает жесточайший кризис. Это понятно, все с этим согласны очень-очень многие. Но, на мой взгляд, этот кризис отличает то, что сегодня многие говорят о существовании самого государства Республики Молдова. Вот как такое вообще могло произойти? Кто в этом виноват? Знаете, Люда, я считаю, что в конечном итоге мы медленно и верно все эти 24 года двигались к этой ситуации, в которой сегодня оказалась наша страна. Так. Я считаю, что за последние годы мы потеряли два основополагающих момента в нашей жизни. Это духовность и нравственность. Люди перестали читать хорошие книги. Люди перестали ходить в театр. Люди заняты. Так сложилась жизнь, я их не осуждаю, что они с утра до вечера думают, как выжить в этой ситуации, как поднять свою семью, как дать достойное образование своим детям. И поэтому, конечно, у них совершенно не остается времени для духовного роста. И вот эта вот потеря духовности и нравственности, она привела к тому, что сегодня все, что происходит в нашей стране, я это называю голосование ногами. Как бы ни было плохо в Молдове, никто не выходит на улицу, никто ничего не требует. Все потихонечку собираются, и каждый уезжает из Молдовы. Кто-то на восток, кто-то на запад. Но я поспорила, я что никто сказать, не выходит. Все-таки вы видите, наоборот, многие говорят, что у нас только начало набирать обороты протестное движение. Вы знаете, мы накануне у себя в редакции провели круглый стол. Нас интересовали истоки протестного движения, то, о чем вы говорите. Казалось бы, что если бы в другой стране вот так вот резко бы поднялись тарифы на газ и электроэнергию, если бы резко с учетом этого поднялись цены на продукты питания, у нас должны быть были полные площади и улицы возмущенными людьми. Возмущаются те, у кого есть еще хоть немножко совести, а также те, которые хотят за счет протестующих решать какие-то свои личные, амбициозные устремления. Потому что, в принципе, вот мы с вами наблюдали в течение 6 сентября протесты на центральной площади Кишинева. Под эгидой платформы, да. Да. Чем завершилось? Созданием, появлением новой политической силы. Пока эта политическая сила наберет обороты и сумеет что-то себя как-то проявить и что-то доказать нашим гражданам, к тому времени, я думаю, растает и палаточный лагерь под зданием правительства, и потихонечку все уйдет в песок, все возмущение. Вы так пессимистично так я смотрю настроены, потому что, вот, знаете, всегда что-то нужно начинать. Вот. И, на мой взгляд, все-таки те люди, которые стоят на центральной площади, и особенно те, которые стоят под парламентом, да, они говорят так: ну, если бы мы не вывели людей, то не было бы этого решения о приостановлении тарифа в свое время, не было бы заявления об отставке главы Нацбанка, не было бы истории с Филатом и много-много другого. Я, может быть, сейчас не хочу их защищать, но я хочу вас вернуть к вопросу, который я вначале задала, когда сказала о существовании самого государства Республики Молдова. Вот к этому как раз и идем. Да. Вы знаете, ведь в конечном итоге и итог всего этого мы видим уже, как говорится, налицо есть. Значит, больше 3 месяцев мы наблюдали протестное движение в центре Кишинева. Два палаточных лагеря с почти что одинаковыми лозунгами и так далее.
Но ведь будем говорить, но и власть-то не испугалась. Вы полагаете? Я предполагаю, что не испугалась, потому что если бы она испугалась, бы не было бы временного представления тарифов. Там то их отменяли, то их вводили. И многое другое, чего не было. Более того, хотел вам сказать, вы посмотрите, мы говорим, что мы строим наше государство по европейским стандартам. Благодарю вас. А если говорить откровенно, если бы такая манифестация была бы в другой стране, я думаю, мы бы уже давно бы наблюдали бы и отставку правительства, и уход из политики тех людей, которые в конечном итоге сегодня проштрафились перед нашим народом и не имеют никакого морального права им руководить. Но этого не происходит. Мы видим какую-то возню, сведение каких-то счетов в парламенте, когда кто-то покидает зал, кто-то приходит в зал и так далее, но мы не видим результатов этой работы. Вы знаете, ведь самое страшное во всей этой истории, когда вы сказали по поводу краха нашего государства, то крах начинается именно с экономики. Мы забыли основополагающий посыл, а он звучит так, что экономика должна идти на два шага впереди политики. Если этого не происходит, это и есть концентрированная политика, да, если, или политика, да, есть концентрированная экономика. Тут, если мне кажется, этого не происходит, о чем мы будем сегодня, о чем сегодня можно говорить, имеется в виду о сохранности нашего государства. Если бы все были озабочены, как мы с вами, вот этой ситуацией в стране, я думаю, был бы совершенно другой результат. А пока мы наблюдаем, если говорить так, у меня такое складывается впечатление, что вот собрались какие-то посвященные дяди и тети и разыграли перед нами большой спектакль, у которого нет ни начала, ни конца. Нет, и... почему же? Вот один из финалов этого спектакля предлагает господин Гимпу. Вот на днях говорит, хорошо, мы формируем правительство, а если мы не сможем сформировать правительство, мы не можем. А давайте присоединимся к Румынии. И все будут счастливы, абсолютно уверен он. И вот если такие дяди и тети, как мы с вами, будем сидеть и на это все смотреть, как вы полагаете, эти голоса будут раздаваться громче? Я думаю, что да. Вот. Вы знаете, хотел вам сказать, сегодня, если мы коснулись темы унионизма, то, вы понимаете, происходит трансформация этого движения. Так. То есть, в каком плане? Если раньше в обществе было 7-8% так называемых унионистов, которые открыто выступали о ликвидации нашей государственности, о вступлении Республики Молдова в состав Румынии, то сегодня к этим людям так тихо-тихо стали присоединяться и другие люди. Сегодня мы уже имеем не 7-8%, а мы имеем 20%. И вы знаете, от чего это происходит? Как ни странно, не потому что выросло число унионистов, а это носит в себе протестное движение людей. Вот я вам хочу сказать такую вещь. В Кишиневе я наблюдал за выборами мэра Кишинева. Казалось бы, он всех достал. И, в принципе, не должен был стать мэром. Но, тем не менее, стоило появиться такой фигуры, как Гречана, как стали говорить, что она не подходит к этой должности, что ее нельзя впускать в, как его, сесть в кресло примара. И многие люди, которые никакого отношения не имеют к либеральной партии, которые не исповедуют их главный посыл о присоединении Молдовы к Румынии, спокойненько проголосовали за того самого осточертевшего им Киртуака. Вот это называется протестное движение. Возвращаясь к нашему разговору об унионизме, вы знаете, самая удивительная другая вещь, что с кем мы не беседовали, очень много среди русско-культурных людей, я не люблю слово русскоязычные по той простой причине, что это сужает понятие сущности человека. Я все-таки считаю, что каждый из нас вырос на какой-то культуре великой. Угу. Пусть это будет культура Румынии или пусть это будет культура России. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, должен сказать, что появилось немало унионистов, в кавычках, среди русско-культурных людей. Мы их спрашиваем, почему? И они спокойно нам отвечают, что нам надоел хаос в стране, нам надоел этот беспредел. Мы видим, как Румыния
разбирается со своими коррупционерами, как она пытается выстроить новые отношения, то мы согласны уже, чтобы нас забрали в состав Румынии, потому что тогда будет положен конец всему этому беспределу здесь, в Молдове. Соглашусь, но смотрите, при всем при том, мы именно вот в эти годы, последний год-два, стали свидетелями тому, как набирают силу левое движение, левые партии. Да? То есть раньше ведь такого не было, чтобы с каждым годом, с каждым опросом, я имею в виду, число готовых поддержать левых, оно становится все больше. А левые, как вы знаете, они как раз выступают за улучшение отношений с Россией. Я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Я приведу свои доводы. Приводите. Значит, если говорить откровенно, год назад или полтора года назад мы, наша редакция получила письмо от русско-культурной женщины, преподавателя русского языка одной из бельгийских школ, которая написала в этом письме: «Я жду не дождусь, когда мы наконец-то войдем в состав Румынии». И стала перечислять многие вещи, которые заставили нас немножко взглянуть на эту ситуацию по-другому. Я подумал, вот все эти наши политики, которые выступают с позиции унионизма, которые без конца нам показывают сторону Румынии, почему же они не берут на вооружение тот самый богатый опыт, который накопил за последние годы та самая братская Румыния, о которой они так тоскуют? К чему я веду разговор? В конечном итоге вопрос с национальными меньшинствами худо-бедно в Румынии решен. Есть официальные места в Сенате, в парламенте, на местном уровне. Да, работают, он всплывает работают очень часто, этот Я вам скажу вопрос. Больше, мы поинтересовались статистикой. Не так уж много русско-культурных людей по программе переселения уехало из Румынии в Россию. Даже вот такой вот есть момент. О чем это говорит? Вы говорите, вас это тревожит вообще, вот то, что происходит меня? В связи? Да. Меня это тревожит по одной простой причине. Потому что с первых дней, как только мы взяли курс на независимость нашего государства, я был одним из самых ярых сторонников этого движения. Я считал, что мы за короткий срок можем создать очень, я бы сказал бы, интересное государство. Ведь мы находимся на перекрестке всех путей дорог, восток, запад и да, так далее. Да, интересов. У нас есть возможность в конечном итоге выстроить свою политику, не обязательно ориентируясь или, как сейчас говорят, на Евразийский союз, или на союз с Евросоюзом и так далее. Я думаю, что мы сделаем нашу страну тем самым местом, которое будет на Балканах примерно играть такую же роль, которую в центре Европы играет Швейцария. И к этому, кстати, все шло. Нам удалось в первые годы выстроить хорошую банковскую систему, которую сейчас просто разрушили. Мы можем с вами говорить, что вот закрылось только три банка, потому что они были связаны. Нет, я не стану это я говорить. Я могу сказать такую вещь, что в банковской понимаю, системе страны нанесен смертельный удар. В конечном итоге наши граждане потеряли доверие к своим банкам. А раз они потеряли доверие к своим банкам, так о каком доверии международном мы можем говорить к нашей банковской системе? Мы многое, очень многое за эти годы просто растеряли, просто отдали. Неизвестно почему. Мне кажется, что в политику и к руководству страны пришли люди, которые пришли решать, то есть вот я не говорю это слово государственный, но которые пришли решить только свой личный свои вопрос. Свои личные какие-то, да, обогащение и так далее. Все, что происходит в стране, их не интересует. Более того, они мечтают из этой страны рано или поздно уехать. У них уже большая часть семьи находится за пределами страны. И их совершенно не интересует, какое будет у нас будущее. А будущее у нас вырисовывается, в принципе, я вам хочу сказать, очень печальное. Потому что, в принципе, мы за эти годы потихонечку теряем нашу молодежь. Наша молодежь не имеет возможности выстроить свою карьеру. Они не могут как-либо устроиться на работу, где им бы отдали бы какой-то европейский или евразийский опыт. Роберт, ну хорошо, вот на личном, давайте так, чтобы не было таких высоких фраз, но вот на личном. Ваш ребенок учится за границей? Да, мой ребенок учился за границей, так. Он там окончил. Так, и там... Подождите, нет, так. Он вернулся в Молдову. Ну? Поверьте мне,
имея такое образование, кстати, за все годы своей учебы в Швейцарии, угу. он был первый гражданин Республики Молдова, который учился в этом вузе, который является, входит в пятерку ведущих вузов мира. Но он не мог найти себе работу по избранной профессии. Так. И будем говорить откровенно, если бы не были бы у меня связи, он бы никуда бы не устроился на работу, потому что он обошел здесь все, он никому не был нужен. Что у нас сегодня? Кто у нас сегодня работодатели? Папа с мамой организовали фирму. Один стал президентом, другой стал генеральным директором, сын стал главным менеджером. Ну как, зачем им нужен какой-то мальчик со стороны? Более того, уровень, наш объем, я имею в виду объем тех услуг, которые мы хотим предлагать и так далее, он за последние годы какой-то стал слишком узким. Мы сегодня не видим предприятия, где у человека мог быть карьерный рост, где была бы та самая карьерная лестница, которая давала бы ему возможность себя проявить, себя показать, и благодаря этому потихонечку подниматься по карьерной лестнице наверх. Нету у него этого. Забрали у них эту мечту. Я хочу вот о чем поговорить. Вот вы говорите, что вы все эти годы были самым ярым приверженцем идеи независимости и построения, да, жизнеспособного, конкурентоспособного государства Республики Молдова. Я не знаю, за кого вы голосовали на последних выборах, но ответьте, пожалуйста, мне откровенно, идею евроинтеграции вы приняли? Идея евроинтеграции? Да, самый модный тренд у нас в последние годы. Вы знаете, я не хотел бы кривить душой, но хотел вам сказать, что у Европы, так же, как и у тех, кто вошел в евразийский, накоплен богатейший опыт, который мог бы, с учетом нашего менталитета, а мы, как двухликие янусы, мы постоянно смотрим то на восток, то на запад. Так была устроена испокон веков жизнь здесь, в Молдове. Почему она была устроена? Потому что одно время мы входили в состав Российской империи. Да, потом исторически так сложилось. Потом исторически сложилось так, это что мы точно вошли в состав Великой Румынии. Угу. В конечном итоге за эти годы, вот я сам коренной кишиневец и знаю очень многих кишиневцев, которые получили прекрасное образование в той самой боярской Румынии. Угу. Они прекрасно знают языки, они были настолько хорошо подготовлены, что когда пришла новая советская власть, и в 40-м году, или в 44-м сразу после войны, они себя нашли и себя реализовали. То есть, по сути дела, те знания, которые они получили, им эти знания просто пригодились. Я вам скажу такую вещь. Сегодня, например, в Румынии большая часть людей, менеджеров высокого класса, это люди, которые получили, как ни странно, образование на Западе. А вы спросите, у нас много такой молодежи приглашено на работу правительственные структуры, государственные структуры. Не, ну сейчас будет модно, сейчас будут приглашать. Я хочу просто понять от вас одну простую вещь. То есть вы, в принципе, выступаете за выстраивание хороших добрососедских отношений как с Западом, так и с Востоком, либо вы один из тех, кто сегодня выбирает один вектор и говорит, я выбираю евроинтеграцию, все, это мой выбор, Пожилкина. Другие говорят, нет, я вижу Евразийский союз, это мой выбор. Роберт Западинский из кого? Роберт Западинский свое кредо только что озвучил. Я считаю, что мы должны взять все лучшее из той и из другой стороны. Системы. То есть вы и за тот, и да, за тот вектор. Так, так сложилось исторический раз. Во-вторых, мы небольшое государство, и мы не можем позволить себе двигаться только в одном направлении. Мы должны помнить о том, что здесь всегда было так устроено, я имею в виду наша экономика, наша промышленность, она была адресована и Востоку, и Западу. Даже в советское время, я хорошо помню эти времена, я тогда курировал международные связи у себя в газете, и знаю по статистике, куда мы только не отправляли нашу продукцию и так далее. И там присутствовал и та продукция, которая шла в общий союзный фонд, в разные уголки Советского Союза. Наши ковры отправлялись в Туркмению, это в той самой Туркмении, где, скажем, ковроделие было неплохо развито и без нас, и многое другое. И тем не менее, ведь когда говорят о Молдове, кто-то говорит, вот раньше Молдову знали там по помидорам и фруктам. Ну, неправда это. Молдову очень хорошо знали и по приборам, да, и по многим другим вещам, соглашусь, которые за эти годы мы, как его, в конечном итоге получили.
Сегодня этих специалистов нет. Ведь самая большая беда, вот мы с вами находимся, вы спрашивали только что, задали вопрос, вот, как, выйдем мы из этого кризиса или не выйдем? Ведь сегодня, кого как ни возьмись, нету сегодня у нас людей, тех самых профессионалов, о котором так любят говорить наши политики, что будет, мы создадим правительство профессионалов. Мы создадим, из чего мы будем создавать? Вы знаете, я за эти годы очень часто бывал за рубежом и видел, сколько нашей молодежи прекрасно устроилось и на Востоке, и на Западе. И особого желания вернуться обратно в Республику Молдову у них нету. Верю. Вот здесь верю. Хочу просто пояснить, почему я настойчиво дважды вам задавала этот вопрос. Потому что, знаете, вот сейчас многим удобно говорить так. Во всем виновата геополитика. Вот мы живем в такое время, где мы должны сделать выбор. Мы не можем сидеть на двух стульях одновременно. Мы должны для себя определиться, потому что сегодня отношения у России с Западом и Штатами таковы, что нам нужно это сделать. Как ответите на это вы, а потом скажу, как я. Что я говорю в таком случае? Я вам отвечу то, что, как я сказал недавно в частной беседе со мной посол Соединенных Штатов, господин Петти. Он сказал, я не могу уже слышать, что вы хотите создать проевропейское правительство. Создайте уже свое правительство, которое будет озабочено только своими делами в своей стране. Я думаю, что в этом ответе так же легко просмотреть и мой вопрос, и я в данном случае на его стороне. Сколько раз мы будем говорить, что мы то мы проевропейцы, то мы евразийцы и так далее. И в это время ничего не делаем для того, чтобы в конечном итоге взять этот опыт. Знаете, самая большая беда именно в этом заключается. Согласна. Я отвечаю проще, образно. Знаете как? Я говорю так. Есть один хороший фильм, который знает вся страна. «Москва слезам не верит». Там героиня говорит так. Времена всегда одинаковы, пахать надо. И приводит свой путь, какой путь она прошла, до того, чтобы у нее появилась отдельная квартира в Москве. Мне кажется, что у нас-то проблема в том, что пахать не хотят. Хотят пристроиться к сильному. Да? А для того, чтобы здесь у себя в Республике Молдова строить вот всю эту страну, строить экономику, помогать детям, старикам и говорить о духовности, силёнок, наверное, не хватает. Вы знаете, вы очень точно подметили эту деталь. Кстати, так построены наши политические партии. Да. Вы заметите, если взять и побеседовать с рядовыми членами партии, я думаю, что они нам не смогут даже рассказать в данном случае, какие цели имеет их политформирование. В данном случае одни выступают, там, скажем, за партию Воронина, другие выступают за партию Лупу, третьи говорят, что для него идеал господин Дадон. Но если взять по сути, чтобы они рассказали, почему они выбрали и чем они руководствовались, в своих приоритетах, то они вам не назовут. Это тот самый, мы возвращаемся к нашему разговору, как избирали мэра города Кишинева в этом году. Не могу не спросить вас и по животрепещущим политическим вопросам, потому что сейчас у всех на устах, и проблема действительно существует. Ну вот мы формируем правительство, да никак не выформируем. Вот говорят, что есть все-таки два варианта на сегодняшний день. Это все-таки создадут они, наверное, кровью уже, да, эту коалицию, предложат кандидата в премьеры, и он будет проголосован. Есть второй вариант. Они настолько в плохих отношениях друг с другом, и мы видим, кто с кем воюет, и мы понимаем, за что они воюют, что появится кандидатура, для которой надергают депутатов в парламенте, они проголосуют. Но что это будет, это другой вопрос. Есть вариант досрочных выборов. Вы какой вариант считаете самым правдоподобным? Я считаю правдоподобным вариант только один. Я думаю, что быстрее всего мы придем к досрочным выборам. Выборы. Почему мы придем к досрочным выборам? Потому что, представим такую ситуацию. Найдут человека, который, говорят, что это должен быть обязательно самоубийца, который скажет, да, я хочу быть премьером. Камикадзе. Камикадзе. Ну, предположим, ему действительно надо будет наводить порядок. А кто любит людей, которые хотят навести порядок, даже хотя бы свой. Мы сейчас не будем говорить там о демократических ценностях, о пристрастиях и так далее. Придет к человеку, который будет свое видение развития этого государства. Начнет
как говорится, выстраивать ту самую жесткую вертикаль власти, о которой мы так все в последнее время скучаем. Да. Мы о ней все говорим, но если завтра эта вертикаль, не дай бог, появится, и нас, извините, лично кого-то заденет, мы будем выступать против диктатуры. Так вот себе представьте себе, стоит появиться такой сильной личности на политической горизонте Республики Молдова, против него ополчатся даже те, кто сегодня ратует за его, скажем, выдвижение на эту должность. Так оно устроено. Вы знаете, когда-то очень давно, в советское время, был такой журнал «Киперуш». Угу. И там лет 20 или 15 был такой художник Гробко, который как его рисовал одну и ту же тему. Назывались они «Соседи». Видите? Знаете, вот уже прошло столько времени, у меня такое впечатление, видно, он очень хорошо знал менталитет нашего народа. Мы не можем, понимаете, мы не можем, как вам сказать, поддержать человека в каких-то устремлениях. Вот это чувство зависти нехорошее такое, которое я вообще не понимаю, когда говорят, как белая зависть, черная зависть. Я считаю, что зависть – это вообще нехорошее чувство. В конечном итоге оно приводит к тому, что рано или поздно эти люди столкнутся. Ведь все начинали вроде бы хорошо. Вспомните, пожалуйста, мы с вами имели возможность последние там, 12-15 лет наблюдать становление партии коммунистов. Как дружно эти люди, которые еще недавно входили в интердвижение и так далее, объединились, создали партию, действительно пришли, как говорится, с тем количеством депутатов в парламент, что можно было решать все вопросы. Можно было выполнить большую часть обещаний данного народа. Но этих обещаний никто не выполнил. Началась просто-напросто борьба за сферы влияния, кто где сядет, кто как да, устроится и так тоже. Далее. И поэтому эта идея, она просто ушла в песок. Вот вы начали говорить, что вот люди мечтают о сильной личности, о неком таком политике с твердой рукой, который сможет навести здесь порядок. Пожалуйста, кандидатура Владимира Плохотнюка. Вот ее сейчас, значит, якобы собираются предложить демократы. Что вы скажете на это? У человека уже явно твердая рука. Об этом, конечно, может быть, и стоило поговорить. Хотя, честно сказать, Плохотнюк относится к категории тех политиков, которые никогда нельзя предсказать. У него удивительно, парадоксально все очень устроено. Поэтому сказать, что можно выстроить какую-то цепочку, мы можем только предполагать. Но я хотел вам сказать о другой вещи, которая меня всегда больше всего волнует. Когда-то очень давно, поздно вечером, мне позвонил тогдашний ректор УЛИМа, господин Галбин, и предложил увидеться. Я пришел к нему, шел проливать дождь, добрался еле до этого УЛИМа. И он мне говорит, вот мне дали бумаги заполнить. Владимир Николаевич Воронин решил сделать меня премьером. Я его спрашиваю, Андрей, тебя лично или тебе поручает создать правительство, и ты с этим правительством должен взять на себя всю ответственность за страну? Он говорит, мне лично. Я говорю, это трагически закончится. Не знала об этом, правда. Вы сейчас рассказываете, для меня интересная вещь. Я говорю, вещь. Это закончится все очень трагически. Ты потеряешь университет, потому что ты из него уйдешь, обратно ты уже вернуться не сможешь. Через 3 месяца, не имея своей команды, ты тоже будешь там не нужен. Ты же не будешь по каждому вопросу бежать к президенту и советоваться с ним. Угу. Вот давай так, сядем с тобой, и ты мне скажешь, кто у тебя возглавит экономический блок, кто у тебя возглавит силовой блок, кто будет у тебя отвечать за образование, кто у тебя будет отвечать за культуру. У тебя есть эти люди, твои единомышленники, которые будут тебя понимать с полуслова и будут вместе с тобой работать в команде? Он мне не мог ничего ответить. На прошлые годы, могу вам сказать, после этого нашего ночного разговора он не пошел в премьер. И теперь, когда мы очень часто с ним встречаемся на приемах, он говорит, как я тебе благодарен, что ты тогда ночью мне отговорил не идти в премьер-министр. Это интересная история. Я почему это рассказываю? Мы сегодня, в данном случае, я это проецирую на любого, кто сегодня или завтра даст свое согласие баллотироваться на пост. Но я считаю, что у нас неправильно изначально построена вся эта система. Почему неправильно? Потому что на Западе человеку предлагают возглавить правительство. Ему развязываются руки для того, чтобы он мог набрать в это правительство людей, с которыми он будет работать, а не которых он получит по партийной разнарядке. Министры транспорта пришлют либералы,
министра юстиции пришлют либерал-демократы, да, и так далее, и тому подобное. Все они будут подчиняться своим партийным вожакам, из рук которых они получили эту должность. А для них премьер-министр это будет так. Я это видел очень хорошо видел на примере правительства Тарлева. Потому что, что бы о Василии Павловиче не говорили, но он за эти годы, будем говорить, он действительно вырос, он пришел с производства. Я его помню, когда он работал механиком на фабрике Бухури и так далее. То есть он мог расти. Но что бы он ни говорил, они его не слушали. Он вырос. Я первое интервью в качестве кандидата в премьеры взяла у него я. И я могу сравнить вот этот путь, который он прошел, как долго мы писали это его первое интервью, из какого дубля мы его записали, и потом, что уже, собственно говоря, мы видим сейчас. Я хочу поговорить по поводу кандидата в премьеры неспроста, потому что вот сейчас все говорят, да, Плохотнюк, человек с таким антирейтингом, и это правда. Но дело, мне кажется, здесь даже глубже на это дело надо смотреть, потому что президент наш впервые, говорят, может сыграть собственную игру, да, и у него есть свой кандидат, и человек способен якобы, значит, этот раз, да, способен на поступок. Вы как? Вот вы я в это числу... верю. Вы знаете, верите? Я верю, что он способен на поступок. Знаете почему? Нет. Потому что всегда как каким-то образом пытаюсь поставить себя, ну, примерно в такую же ситуацию. Очень давно, еще молодым человеком, когда меня пригласили в ЦК и предложили пойти работать в молдавское информационное агентство АТМ ТАСС, я туда очень хотел пойти. Ну, вы же и пошли в конечном итоге. Я и пошел в конечном итоге. Так вот я хотел сказать о своем личном восприятии того. Получив эту должность, я сразу автоматически стал членом правления Союза журналистов и так далее и тому подобное. Но и ведь когда я туда шел, у меня уже были совершенно мои планы. Как бы я хотел бы, и как я там себя вижу, и как я там себя ощущаю, и с кем бы мне хотелось бы там встречаться, работать и о чем говорить. И если это в человеке просыпается, то это рано или поздно всегда просыпается, когда человек получает власть. Тем более, скажем, власть президента или премьер-министра, потому что у него начинает появляться свое видение ситуации. Мы сейчас не будем говорить, положительно она или отрицательно. Ну, как-то три с лишним, вот без двух месяцев года у него это как-то не просыпалось. Что дает вам основание решить, что оно проснется на последних двух месяцах? Я не хотел бы там искать какую-то, будем так говорить, детективную историю, что кто-то пришел, продиктовал ему и так далее. Для того, чтобы продиктовать такие условия, надо действительно обладать какими-то рычагами для того, чтобы заставить человека... Ах, от чего же нельзя? Говорят, что к нему с успехом зашла американские чиновники, и после разговора с ней человек почувствовал себя способным на поступок. То есть эти рычаги все-таки есть, и они извне. Так, зачем нам говорить тогда про господина Тимофти, когда мы можем с таким же успехом рассказать такую же историю, которая до сегодняшнего дня гуляет в политических кругах Молдовы, о том, как пришел посол Соединенных Штатов Америки к президенту Воронину, да, продиктовал ему условия, да, и да, в конечном итоге на следующий день мы узнали, что меморандум Козака подписан не будет. Абсолютно точно. Тот самый почему меморандум вы тогда Козака, считаете... о котором он настаивал сам. Да. Он сам сюда пригласил Я Козака. Настаиваю на том, что вы сейчас правы, поэтому считаю, что эта история может повториться и в отношении этого президента. Why not? Но я вам скажу, как говорят, мне американцы. Почему-то кажется, что здесь немножко другая история. Знаете почему? Потому что в конечном итоге Тимофти, в отличие от Воронина, не имел, как говорится, в заложниках те вещи, которыми можно заставить человека испугать. По той простой причине, что там, скажем, открытые счета, дети учатся за границей, могут закрыться какие-то вещи, которые, как говорится, он себе представлял, что они его. Может такое представить? Не, ну говорят, что якобы есть, вот сейчас за достоверность не отвечу, но якобы есть даже уголовные дела в отношении детей, об этом заявил лидер платформы. Да, очень многие муссируют это. То есть вы исключаете, что что-то все-таки элемент давления какой-то? Вы знаете, хотел сказать, он реален. Наверное, элемент давления есть, и потом хотел сказать, вы знаете, я вспоминаю стихи Евтушенко, который когда-то очень образно сказал, стоит мужчине и женщине завести ребенка, и они вывешивают свой первый белый флаг, его пеленочку. В данном случае, может быть, действительно что-то есть на детей. Мне трудно судить. Я
Стараясь в эти вопросы не вникать, тем более считаю, что наше издание настолько серьезно, чтобы заниматься личной жизнью наших звезд, собирать вот эти вот все эти сплетни, я считаю, что это недостойно. Кстати, о вашем издании. Вы действительно создали эту газету, вы не только главный редактор, но еще и учредитель. Она знала разные времена. Я помню, и закрывали «Коммерсант», все было, вы всегда боролись, и, как показывает время, все-таки достаточно успешно, потому что вы сохранили эту газету. Очень часто в ваш адрес недруги говорят так: ну, «Коммерсант», ну, она пророссийская газета. Вы, наверное, слышали такое о себе. Что вы им отвечаете? Вы знаете, я не только это слышал, мне приходится каждый раз на эту тему говорить. С господином Чодри мне связывали очень такие добрые человеческие отношения. И ему очень нравилась наша газета. И, кстати, должен вам сказать, он неплохо знал русский язык, хотя всем говорил, что русский язык. Знаю, да, сама общалась. У нас была возможность с ним в начале нашей первой встречи друг другу открыть эти маленькие секреты, которые потом стали секретами Поли Шанель. Вот господин Чодри мне как-то сказал: я понимаю, почему ты делаешь такую в полиграфическом плане, такую красивую газету, она на намелованной бумаге, цвет. Ну, про содержание мне трудно судить, потому что такие представитель другой страны, может, у него какие-то другие есть вопросы. Но говорит: ну, я знаю, почему у тебя все это получается. У тебя главные спонсоры постоянно присутствует в этой газете. Я говорю: какие спонсоры? Так же удивленно, как вы мне сейчас задали вопрос. Он берет первую страницу и говорит: вот у тебя на первой странице, вот Путин. В следующем номере я найду на первой странице обязательно какое-то высказывание Медведева и так далее. Я им ответил, и могу вам ответить, и пользуясь тем, что сегодня нахожусь на телевидении. Данная пророссийскость, о которой так любят говорить, она происходит совершенно из другого источника. Мы за все эти годы, за 25 лет, эта газета всегда издавалась нами, сами. Мы не получали ни гранты от российских фондов. За все это время, сколько мы не обращались, мы ни одного гранта не получили. Хотя очень долго ведем такие рубрики, как «Наша общая история», «Наш выбор», «Евразийский союз». Хотя у нас и Евросоюз представлен тут же рядом, но не в плане контраста, а в плане объективной информации для того, чтобы читатель сам решил для себя, где ему будет комфортнее жить, в Евразийском союзе или в Европейском союзе, или он, может быть, будет исповедовать то, что исповедуем мы, что мы должны жить в первую очередь научиться жить у себя в своей стране самим, а потом уже искать те векторы, о которых мы с вами говорим. Поэтому так сложилось в коллективе, что большая часть людей – это люди, которые благодарны в какой-то степени России, потому что они получили образование в России, они выросли на русской культуре. И говорить о том, что это какой-то там имеет меркантильный интерес, клянусь вам, его совершенно не было. Так оно сложилось у нас в Молдове, если говорить откровенно, если отбросить все эти вот догмы, мы всегда питали добрые чувства к нашему восточному соседу. И у того, у кого есть благодарная память, он в конечном итоге понимает, что очень многое того, что сегодня имеет Молдова и что она имела раньше, это было все-таки построено за годы советской власти, как это ни странно, а не за годы, когда здесь хозяйничали другие наши соседи. Ну, у тех был другой строй. А мы все-таки жили для людей и во имя человека. Пусть это иногда принимало, может, не совсем удобные формы. Я не хочу сказать, что все в Советском Союзе было идеально хорошо. Но мы шли как первопроходцы. И на этом пути мы имели право в чем-то ошибиться, в чем-то промахнуться, а в чем-то действительно угадать и так далее. Роберт, как вы выживаете? Я имею в виду сейчас не только, возможно, газету вашу, потому что очень многие главные редакторы жалуются, что вот наступила эпоха интернета, что очень трудно с подпиской стало, да, и поэтому вот эти средства, откуда вы их изыскиваете? Значит, могу вам сказать, я пришел все-таки, до этого я всю жизнь проработал в печати, потом в 90-е годы я был одним из создателей
внешнеэкономической ассоциации Молдова-Израиль. Угу. Мы очень много сделали для установления экономических, дипломатических, политических отношений между Молдовой и Израилем. Вместе с господином Баршевичем, имеется в виду Иваном Гавриловичем, отцом академика Виктора Баршевича, мы летали в Израиль для установления дипломатических отношений между нашими странами. Первые ключи от представительства мне дали в правительстве. Я в аэропорту встречал первого представителя Израиля и отвез его в особняк на Искре, где он и поселился. Вот такая вот была вещь. Вот когда я стал работать в области экономики, то очень странно получалось. Очень много людей, действительно, тех, кто действительно занимается серьезным бизнесом, они действительно любят читать. И пока создавая эту газету, мы ведь руководствовались совершенно другим. Мы меньше всего надеялись впадать в какую-то политику. Мы сейчас в нее впали настолько серьезно по одной простой причине. У нас ничего не работает, кроме политики, если говорить так откровенно. Политика стала каким-то степенем каким-то бизнесом. И я должен сказать, что по сегодняшний день, если вы меня спросите, как складывается мой день, начиная с понедельника и до пятницы, я ищу, кто возьмет на себя часть финансирования нашей газеты. И должен вам сказать, что это огромный труд, потому что, в принципе, из-за того, что мы будем говорить, занимаем вот такую вот позицию, было время, когда нам говорили, мы тебе что угодно проплатим, только, пожалуйста, ничего о нас не пиши и нас не упоминай. Потому что в конечном итоге внимательно газету читали наверху и делали уже какие-то выводы. Люди, которые давали нам рекламу в открытую, их приглашали в налоговую и говорили, зачем вы даете рекламу этой газете? Не давайте рекламу. У нас был случай, что мы, например, давали рекламу сельхозтехники, производства в России. Представитель этой организации международной, которая торгует сельхозтехникой по всему миру, пригласили налоговую инспекцию, порекомендовали не давать рекламу в нашей газете. Он пришел, сказал, говорит, деньги можешь не возвращать за всю рекламную кампанию, пусть они остаются у тебя, и выходим дальше. Ну, это знакомая история. Вот вы говорите, у вас планы с понедельника по пятницу, а я знаю, что у вас, вы еще о некоторых вещах думаете в плане своей карьеры. Знаю точно, потому что прочла одно ваше интервью. Смотрите, что вы говорите. Сама идея стать депутатом и отстаивать в парламенте права и моих соплеменников, и других сограждан не лишена интереса. Правда, в таком случае придется детально обдумать, по списку какого из политформирований баллотироваться. Я ведь главный редактор. То есть думайте об этом, сознавайтесь, о том, чтобы при определенных условиях уйти в политику. У меня было первое время действительно такое огромное желание. Сегодня, если говорить, я очень хорошо знаю, кто у нас в последние годы заседает в парламенте, особого желания идти туда, честно говоря, вот, положа руку на сердце, совершенно не хочется. Понимаете, наступает возраст взросления, оценки того, что ты делаешь, чем ты занимаешься и как ты выстраиваешь свои отношения с людьми. Меня, например, больше всего убивает, потому что это я изо дня в день вижу. Вроде бы друг друга поливают с трибуны, как его обзывают и так далее. И через пару часов я могу их встретить, где они спокойно, извините, пьют там по 100 грамм, шутят, смеются и так далее. Как будто бы ничего этого не было. Но ведь так нельзя. Или ты искренне до конца. Ты приходишь и говоришь действительно то, что ты думаешь, что, от чего у тебя болит. Но вот это вот, извините, паркетная дипломатика, как я называю, а у нас она в основном везде, на всех уровнях почему-то существует. То есть у нас нету. То есть я убежден, что он сегодня выступает, а завтра он этому человеку, назвав его, скажем, нехорошим словом, под лицом или еще, все равно протянет ему руку. Но так же не может быть. Я не говорю, что надо носить себе постоянную обиду и не понимать. Но я считаю, что Вы для себя не можете отделять политику и личные отношения. Вот они так говорят. А для вас это все-таки это одно и то же. Это образ жизни, это как продолжение. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот вы были депутатом. Я хорошо помню ваше нахождение в парламенте и так далее.
Я думаю, что вряд ли вы бы себя вели вот так вот, что вы могли выступить с критикой каких-то вещей, и после этого как-то совершенно, как будто бы этого разговора и не было, встретиться с этим человеком. Тогда просто... это получается не парламент, это получается театр. Нет, ну здесь все-таки есть момент, я не знаю, как какого-то хорошего тона даже, если хотите. То есть ты все равно будешь потом общаться с этими людьми, говорю, но что... так близко. И идти, как вы говорите, в ресторан, как бы, конечно, здесь есть вопросы. Хочу вас еще раз процитировать, потому что эта цитата заслуживает внимания. Вы сказали так. «В целом я удовлетворен тем, чего мне удалось добиться. Могу называть себя счастливым человеком, уже хотя бы потому, что оказался причастен ко многим важным моментам истории нашего края». А вот какой момент истории Молдовы вы бы хотели пережить? Еще пережить? Вы знаете, я хотел вам сказать... В принципе, у меня большая интернациональная семья. Да. У меня... узнала, что вас даже называли латышским стрелком. Да, у меня... Это говорит о ваших корнях. Да, это говорит о моих корнях, я никогда этого не скрывал. Так вот, я хотел сказать, что у нас большая интернациональная семья. У нас... Вот мы сегодня сидим в канун Нового года. У нас за столом собирается где-то представители 15 национальностей. Надо же. И в конечном итоге, когда вот... В 90-е годы начался подъем национального самопознания, самосознания в нашей стране. Он, кстати, почему-то принял какие-то уродливые формы. Я никогда не забуду эти демонстрации, когда кричали «русских за Днестр», «евреев в Днестр». Я тогда лично нанес визит господину Рожке и спросил Юра, я его очень хорошо знал вообще, когда он учился в университете. Я говорю, как может быть звучать такие лозунги на площади национального собрания. Так вот, я считаю, что самым удивительным моментом было, когда для себя я вдруг окончательно решил, что я займусь возрождением еврейской жизни в Республике Молдова. И я горжусь этим только по одной простой причине, что мы открыли две еврейские школы, два детских садика, факультет иудаики. Мы дали возможность... людям, же всем желающим. По сегодняшний день еврейский дом в Кишиневе, мне кажется, это самый интернациональный дом в нашем городе. У нас там люди приходят, их принимают не потому, что они евреи, а потому что им это интересно, скажем, учить английский под руководством преподавателя из Израиля или учить иврит и так далее. Я считаю, что это был самый замечательный период. И должен вам сказать, что удивительно, но я почему-то могу вам сказать, мы находили взаимопонимание на всех уровнях власти. Вот у меня в кабинете было написано два документа основополагающих, проекта, которые мы потом предложили рассмотреть властям, и они были, как у нас говорят, подписаны, промульгированы. Первый – это указ о возрождении еврейской жизни в Республике Молдова, который подписал Мирча Иванович Снегов. И второй – это постановление правительства о возрождении еврейской жизни в Республике Молдова, постановление правительства, с целым рядом пунктов, что нужно сделать в ближайшее время. Потихонечку, в силу даже каких-то других обстоятельств, многие вещи состоялись. Хотя говорить об этом тяжело по одной простой причине, потому что мы как раз, когда начали возрождать еврейскую жизнь, начался массовый отъезд евреев из Республики Молдова. Да. И мы потеряли, я считаю, в целом, вся страна, мы потеряли... огромный отряд людей. Прекрасных специалистов. Прекрасных специалистов, людей, которые могли бы это. Если бы меня спросили, чем бы я, вот куда бы я хотел бы вернуться, я хотел вернуться вот в эти времена по той простой причине, что я хочу сказать такую вещь. Мы даже собирались когда на наши вот посиделки, и приходило письмо из Дандюшана или еще, и женщина писала, что ей не на что жить. У нас не было тогда ни фондов типа Мирона Шора или еще кого-то. А мы просто снимали, как сейчас помню, поэт Саша Бродский снимал свой берет, с этим беретом обходил всех, и кто сколько мог, клал туда денежки. И эти денежки наша известная певица отвозила в пригородном поезде, не на машине, отвозила нуждающемуся человеку. А это вот были золотые времена. Это были золотые времена. И прежде чем я поблагодарю вас за эту беседу,
И мы попрощаемся. Хочу сказать, что у вас действительно очень богатое прошлое, очень интересное. Я когда готовилась, очень пролистала. Действительно, вам есть чем гордиться. Но хочу пожелать вам, при всем при том, чтобы вы думали о прошлом, но мечтали и о будущем. И, что, вот, как, и отвечала на мой вопрос, чтобы не говорили, вот это было, а вот это будет. И чтобы еще мы с вами дожили до такого момента, когда наша страна, Республика Молдова, действительно станет на ноги. И чтобы мы при этом, как журналисты, присутствовали и об этом написали и сказали в эфире. Спасибо вам. Спасибо, Эльвара. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. Непременно увидимся.